Концерт Ірини Дорофеєвої пройшов у Могильові у рамках сольного тура співачки «На крила хмари». Сцена Палаца культури в області для заслуженої артистки Білорусі знайомая і родная, бо менавіта тут калісьці починався яє творчий шлях. Ірина Дорофеєва народилася у Могильові. Тут же почала свой творчий шлях. Сьогодні співачку ведає вся країна. Кожний концерт Дорофеєвої – це аншлаг, аплодисменти і любов публіки. Ну, я чувствую, что меня ждут и меня любят. И это самое большое счастье и награда артиста. Концерт у Могильові стал кончатковой кропкой великого сольного тура Ирины Дорофеевой. Спевачка подрыхтовала грандиозное шоу с живой музыкой, несколькими образами и световыми эффектами. Почему он грандиозный? Потому что таких больших концертов, ярких, постановочных у меня еще не было. Я, конечно, к нему готовилась уже, можно сказать, всю свою жизнь, потому что за плечами почти 30 лет творческой деятельности. Накопилось очень много песен, аранжировок. Своим имкнением до досягнения творчих метов Ирина хочет показать приклад молодым артистам, которые только начинают развиваться у музычной сферы. Любовь до родимы – одна из главных тем у песнях артистки. Ирина часто прикмечает, кольки мягчимостей для творчего развития ей подарила Беларусь. Беларусь сильная, Беларусь красивая, самая любимая. Публіка любить пісні Ірини за їх простоту і можливість вспомнити ліпші моменти життя. Константин Титаміров, Ганна Петрова-Кумінська, Юрій Авласов, Віталій Алексєєнко. Новини регіону.